Здравствуйте, ребята. Решила дома прибраться и нашел вот такую вот штуку. Это у нас, я так понимаю, чистка линзы дисковода. Или глаза, кто как его называет. Актуалочка подъехала, пацаны. Актуалочка, блин. Эта вещь у нас абсолютно новая. Все бутылочки здесь, их три штуки, они все заполнены. Ну и решил ее протестировать. Вот у нас имеется дисковод, который еле как читает CD-диски. Но DVD вообще ни в какую не читает. Как видим, здесь есть диск. Сейчас я его попробую вставить в этот дисковод. Он у нас запыленный, надо будет его просто немножко протереть. В общем-то, этот дисковод вообще не рабочий. Сейчас я ради интереса попробую этот же диск вставить в полностью рабочий привод. Вот у нас привод HP. Сейчас посмотрим, определится ли как-нибудь этот диск на компьютере. Что делать-то? Алло? По-моему, это видеофайлы. Сейчас я попробую плеер, хотя через подплеер можешь попробовать открыть это. Мегабайт есть. Ух ты. Как это понимать? Что за ящик Пандоры я открыл? Три. Ничего не понятно. У нас дата изменения это 29 января 2007 года. Ё-моё, сколько лет этой приблуде. Ну, тогда она, возможно, и была актуальна, если она на самом деле работает. Что не факт. Это чё, караоке? А что, мне нравится. В общем-то, ладно, что делать буду? Я буду мазать всякими средствами, которые здесь есть, и вот этой вот губки диск, и вставлять в ней рабочий дисковод, и проверять, что же будет. Как видим, это у нас клинер CD-ROM, и мы воспользуемся. Конечно, можно же этой же губкой почистить сам глаз, но это у нас ноутбучный дисковод. А надо проверить, будет ли работать это на компьютерном, потому что в компьютере ты просто так не залезешь внутрь дисковода, тебе придется его ковырять. Ребята, в общем-то, я попробовал жидкости, которые во всех этих бочонках. И что сказать, ничего не меняется. Просто ничего не меняется. Как был дисковод мертвым, так и остался. Вообще по запаху в этих пипетках, блин, как будто бы вода просто старая залита, у нее запах такой немножко затхлой воды. Так что это, по-моему, китайская наедалово, а не чистка для дисковода. Что еще скажешь? Ну, блин, не знаю, можно попробовать взять вот так вот
в нагляк лазер чистануть. У меня как раз эта губка вся мокрая. Мне клипы понравились. Что сказать, ребята, по этому всему поводу? Могу сказать, что это китайский скам, обман, ну и еще много нецензурных слов. Кладем это на место все. Закрываем. Отключаем вот это вот добро. Дисковод, если у вас не работает, его в мусорку. И это туда же. Почему так, нахуй?